Будьте внимательны. С 15 по 21 июля по традиции движение по автомобильному мосту через Обь будут ограничивать. Специалистам необходимо выполнить обслуживающие технические работы. Информацию нам подтвердили в Управлении автомобильных дорог округа. В течение недели проезд по переправе будет закрыт с часу ночи до 4 часов утра. Отмечу, что переход уже давно нуждается в капитальном ремонте, однако закрыть мост на реконструкцию не могут, потому что это переправа единственная, которая связывает два берега. В правительстве Югры нам сообщили, что в этом году власти приступят к проектированию второго перехода через Обь в районе нашего города.